Меня зовут Арсений, сегодня я вам предложу один из концептов нового браузера. Там не будет никакой плагиат. Я не буду плагиатить ни у кого. Я придумал тут одного, очень долго придумал. Поставьте за этот комплимент, пожалуйста, лайк. Ну, ребята, начинаем. Вообще, один из моих концептов, сейчас даже его... Как вы знаете, сейчас Фэнк это человек, который хочет типа быть актером, и в это время он паркурист. Ну вот, может даже быстренько посчитать. Ну, он получается паркурист у нас. Ну, он любит паркур, получается. И всякое кунг-фу. Значит, получается, мы сейчас. Ребята, буду играть в качки и вам просто показывать мой концептик. И, как вы знаете, все-таки вы уже поняли, то, что у меня будет такой же паркурист, как и Фэнк. Но он не будет там актером никаким. А моя идея именно быть то, что он именно паркурист и занимается кунг-фу. Получается, идея вообще... Я думаю, не очень основная, пока я не знаю его, как нарисовать. Но поддержите меня лайком. Я обязательно его как-то нарисую, может быть, даже. Ну, вообще, я именно не хочу, чтобы даже он, может, попал куда-то в Brawl Stars. Но вообще, просто предлагаю вам этот концепт. Начинаем. Сонг входит в банду к... К тому же Фэнгу, он будет напарником или, можно сказать, как друг Фэнга. Короче, друг Фэнга. Сонг. Анимация при поражении бьет по полу и просто... И при этом озвучка у него нет. Нет. И может даже... Может добавить, типа, там какой-то черт там на английском. А вообще вот такая вот озвучечка. Ну, типа, типичная озвучечка. Пойдем дальше. Сейчас, ребята, поменяю тут немножечко бравлеров. Кто подходит больше. Так, вот сюда вот Эмс поставим. Начинаем, продолжаем. В банде, конечно. Начинаем дальше, продолжаем. Типа вот так бьет по полу, там, no, нет, нет, проиграли мы. И просто уже, типа, от злости, от грусти падает и там плачет. Дальше продолжаем. При этом он еще говорит нет, ну, вообще на английском. На русском, конечно. Не хочу, чтобы второй раз был русский боец. Вообще, при анимации при выигрыше делает сальто, просто вот прям сальто, как Макс. Ну и при этом там делает все как кунг-фу. При этом делает кунг-фу там, как Фэнк, неистовый. Дальше. Озвучка у него, в принципе, типичная. Я вам скажу на русском, чтобы вы поняли ее. Ты не профи в паркуре. Лучше посмотри на меня. Ну, типа, я решил сделать вот так. Не очень замутился, в принципе, с озвучкой на выигрыш, но за 3 часа можно и лайк поставить. Очень долго, на самом деле, делал. Почти 3 часа фактически делал. И очень часто снимаю. Поэтому. Ну, в принципе, типичная озвучка выигрыша. Он будет хроматическим, я думаю, даже в Brawl Pass добавить. Конечно, не полным, не мог, как решить, может, даже Supercell. Дальше. Когда вы его выбираете в разделе бойцы, он будет говорить такие вещи. Как
Например, вообще он первое. Первый мой вариант. У него будет три варианта озвучки при выборе его. Первое. Я вам опять скажу на русском. Паркур мое все. Дальше. Дальше вторая небольшая озвучечка будет такова. Типа мой паркур тебя убьет на раз-два. Ну, на самом деле, это самая такая плохая моя озвучка. Хотя я долго придумывала озвучку. Так, дальше, конечно, сейчас начнем быстренько. Так, сейчас добьем этого. Нет. Жесть. Дальше. И третий у нас вариант. Это мы с Фэнгом убьем тебя. Ну, типа, он же дружок Фэнга. Так что я подумал. Ну, может, что-то про Фэнга добавим в озвучечку. Ну, и вот добавил. Конечно, это еще не все. Пишите в комментариях, какого лучше ему подходит редкость. Я думаю, все-таки хроматический в Brawl Pass. 12-й Brawl Pass, я думаю. Не 11-й, а в 12-й. Ну, потому что, типа, два раза каких-то паркуристов, это тупо. Ну, лучше, типа, вот подождать время, появится опять паркурист. Так, тут трудный момент, что-то. Ой-ой-ой. Не убили. Короче, вот такой вот мой концептик. Обязательно, кстати, вступайте в мой клуб. А, это че я знаю, а то че. Молодец, че, кстати. Я его знал. Подпишитесь. А, у него нет, наверное, канала. Короче, дальше продолжаем. Это еще не все даже. У меня еще и зарядки мало. Ладно. Хорошо, понял вас. Понял, принял. Обработал. Ой, это все, это кепик. Давайте пойдем на зарядку лучше. А то без зарядки. Плохо быть у нас. Очень темный экран, минус 4, ё-моё. Ладно, ничего. Можно даже проживем. Так. Так, у нас нужно яркость повышить. О, идеальная яркость. Скоро бы это закончим. И теперь у нас будет сам вот... Вообще, какой у него будет, вы спросите, скин? Я пока на самом деле насчет скина не думал. Но если наберется много лайков, я придумаю скин на нем. И может придумаю еще две озвучки, когда вы его будете брать. Это будет самый озвученный, правда, в Brawl Stars. Фига. Ой-ой-ой. Если меня сейчас отравили. О, чел в Steam спросит. Чел на Нави? Ой, не на Нави. На Нане. Нет такого бойца. Давай, чел. Он за барабанки. О, чел Димон Покемон. Сейчас поймаем на ошибке. У-ху-ху. Я надеюсь, мой чел вдруг не сдох. Дальше, насчет скина. Насчет скина мы сказали. Намного лайков. Намного лайков. Пойдем. Дед скин. Дальше. Что дальше у нас? Дальше, конечно, давайте пойдем. То, что... Он будет, наверное, все-таки 57-м бойцом, я думаю, даже. Если, конечно, суперсалка делают.
Этот боец вообще будет очень подходить к некоторым штучкам. Как? Я думаю, даже он опять к Броуболу будет подходить. Но это, ребята, мы закончим. Ставьте много лайков, я придумаю, может, другие еще концепты. Когда будет много лайков, я придумаю не только новый концепт, но и новые, может быть, даже скины и новые озвучки. Ставьте лайки, всем пока. Блин, что-то значит сегодня из... Всем, ребята, пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока. Блин, везде.